И Ван, Цу, Три. Здравствуйте, меня зовут Иван. Мои родители из России. I'm Amelia. I come from an Italian family. My name is Alexandra Johnson. My mother is from Russia and my father is from Guyana. My name is Leora and my mom is from Belarus and my dad is from Ukraine. И раз, выворачиваю ножку, два. Брайтонский балетный театр, сокращенно ББТ, за 35 лет заработал репутацию лучшей детской школы русского балета. Не то что в Нью-Йорке, в США. Война в Украине ничего не изменила, кроме названия. Теперь это, согласно веб-сайту, международная школа. На сегодняшний день я считаю, что слово «Russian» действительно звучит немножко страшно. Оригинальное название школы – «Брайтон Балет Театр». Мы всегда использовали School of Russian American Ballet для того, чтобы просто люди понимали, что мы преподаем. Русский балет, Ваганова метод. Ну, да. В связи с этими событиями, да, это был шок. Теперь, конечно, я даже не могу это сказать. Директор и хозяйка ББТ Ирина Ройзин родом из Львова. Ее муж и главный хореограф Эдуард Кушнарев из Киева. Детали биографии, которые раньше не имели значения, сегодня источник боли. Это же какой-то геноцид, объявить целый народ, что они фашисты, что они бендеровцы. Это вообще объявить просто конкретно, что вот... Вы виноваты в том, что вы являетесь украинцами. Парень, который учился со мной в училище, Вадим Писарев, значит, он вот конкретно за русских. Значит, он выложили в виде балерин букву Z. Понимаешь? И он считает, что вот они правы, что надо кого-то спасать. Они заболели, они больны. Это видео из Донецкого театра Эдуард, конечно, не покажет своим воспитанникам. Мне рассказывать детям про войну нет смысла, да и не надо. Не надо травмировать их психику. Пусть дети учатся спокойно, и пусть им надо рассказывать про цветочки, про солнышко, про птички. Кстати, о птичке, утке, кошке, Пете и волке как раз и получился выпускной спектакль ББТ «Военного лета». Симфоническая сказка для детей композитора Сергея Прокофьева, оказывается, рожденного в Украине. Это приятная новость, потому что я, допустим, не знал, что Прокофьев родился на Украине, поэтому мне очень приятно, потому что очень много известных людей родом с Украины. В роли волка Логан Ривьера, студент и гордость ББТ 22-го года выпуска, танцует 6 лет. Техничный и темпераментный Логан, без украинских и русских корней, без денег и связей, зачислен в самую известную школу искусств для старшеклассников. Я выучил украинский танец для экзамена в танцевальную школу «Лагвардия». Меня приняли. Это очень крутое соло. Всего одна минута, но в нем очень много экспрессии и широты. Я вижу, с каким энтузиазмом его танцуют украинцы. Я получаю огромный кайф. Хоть я и не украинец. Это прекрасный номер, чтобы продемонстрировать мои возможности. Возможности для всех в исключительном виде искусства – это миссия Брайтонского балета. Из полутысячи учеников профессиональную карьеру может сделать единицы. Из остальных – Эдуард и Ирина – сделают людей. Не русского мира, а мира искусства. Мы должны нести свет, радость. Для маленьких детей, в первую очередь, чтобы из этих маленьких детей повырастали нормальные люди. Чтобы они были чувствительны, чтобы у них была красивая душа. Хочется больше людей, чтобы они занимались лучше искусством, чем они будут ходить на войну и убивать друг друга.